Нижний Новгород с мастер-классом посетил организатор звездных свадеб Анна Городжия. В ее портфолио десятки необычных торжеств, которые она устроила для российских артистов, известных спортсменов и даже монарших особ. В числе ее клиентов обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, король Малайзии Султан Мухаммад V Фарис Петра и многие другие. С нижегородскими коллегами Анна поделилась своим опытом по организации свадеб в различных ценовых сегментах, а также рассказала им об одном из самых необычных торжеств, которые она организовала для селебрити. Оказалось, что далеко не всем нужны сотни гостей. Самое необычное было свадьба для Алены Водонаевой. Свадьба в готическом стиле для двоих. Вот. Она проходила в Питере. На ней реально была только Алена, только Леша и только мы с директором Алены как свидетели. Вот. Она была готическая. У нас был филин, у нас был тяжелый дым. Мы хотели даже летучих мышей привезти. Вот. Такой был автомобиль «Чайка». Ретро-автомобиль, который оказался дороже даже, чем Rolls-Royce. Я была в шоке, если честно, что ретро-автомобиль такой дорогой. И это было действительно такое мероприятие очень необычное, потому что такие церемонии на двоих масштабные, пышные и модные очень редко делают.